Здравствуйте, уважаемые пользователи! Сегодня мы хотим вам показать инструкцию по прохождению онлайн-курсов повышения квалификации Устаз Балимленд и оплате итоговой сертификации. Для начала прохождения онлайн-курса вам необходимо набрать в браузере balimustaz.kz и перейти по ссылке. Если у вас уже есть учетная запись на платформе онлайн-Мектеп, необходимо ввести имеющийся логин и пароль. Если вы впервые на платформе, вы сможете пройти моментальную регистрацию по номеру телефона. Для этого вам надо нажать на кнопку «Зарегистрироваться» и ввести номер мобильного телефона. Далее нажимаете на кнопку «Отправить», и на ваш телефон будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. Отправка SMS-кода может занять некоторое время. Полученный код необходимо ввести в следующем окне и нажать «Отправить». Для продолжения регистрации вам необходимо придумать пароль, состоящий из латинских букв и цифр. Также нужно будет ввести пароль повторно для его подтверждения. Завершающим шагом регистрации станет ввод имени и фамилии, а также адреса электронной почты. Данные, указанные вами в этом поле, будут использованы при выдаче сертификата, поэтому необходимо проверить их на достоверность. Заполнив все данные, вам необходимо нажать на кнопку «Отправить» и перейти в раздел «Устаз Балимленд», где из предлагаемого перечня вы сможете выбрать необходимый вам курс на удобном языке. Перейдя по выбранному курсу, вам нужно нажать кнопку «Начать обучение». Выбранные вами курсы автоматически сохраняются в подразделе «Мои курсы». Для того, чтобы перейти к обучению, необходимо заполнить e-портфолио педагога. Для этого нужно ввести свой ИИН, также по желанию можете указать адрес электронной почты и нажимаете кнопку «Отправить». Далее переходите к заполнению e-портфолио. Необходимо заполнить все поля, помеченные красной галочкой, и нажать кнопку «Сохранить». При правильном заполнении появляется уведомление с текстом «Успешно! Профайл успешно создан». В последующем доступна функция редактирования e-портфолио. Завершив заполнение личных данных e-портфолио, вы можете перейти к прохождению курса в разделе «Мои курсы». Для успешного завершения курса необходимо пройти все уроки и выполнить задание. В конце каждого урока необходимо нажимать кнопку «Завершить». При полном прохождении курса с левой стороны каждого урока должен появляться зеленый кружочек с галочкой. Если кружок пустой, урок не пройден полностью или вы пропустили кнопку «Завершить» в конце урока. Курсы повышения квалификации Устаз Балимленд доступны для педагогов на бесплатной основе. Если педагог заинтересован в получении сертификата, доступна функция прохождения платной сертификации. Для этого необходимо перейти в подраздел «Балим Устаз. Итоговая сертификация». В данном подразделе пройденные вами курсы доступны к оплате. При этом важно обратить внимание, что у пройденных вами курсов кнопка «Оплатить» окрашена в синий цвет. Оплату итоговой сертификации можно произвести с помощью банковской карты любого банка Казахстана. После проведения оплаты вы получаете доступ к итоговой сертификации в конце курса. Вы можете перейти к выполнению итогового теста. При правильном выполнении 60% тестовых вопросов сертификация считается пройденной, и в вашем личном кабинете в разделе «Достижения» вы сможете скачать сертификат.